Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.info, перед нами Oppo Reno 6 5G, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве разделить экран. Для этого мы открываем какое-то приложение, дальше нажимаем на три полоски, вот здесь вот. Если у вас управление жестами, свайпаете снизу до серединки, задерживайте здесь палец на секунду, попадаете в вот такое вот меню. Дальше в правом верхнем углу нажимаем на три точечки, на две точечки, извиняюсь, и выбираем разделение экрана. Дальше нам предлагают выбрать какое-то второе приложение, к примеру, Play Market или любое другое. После этого мы можем использовать одновременно два приложения. С помощью данного ползунка мы можем менять размер приложений, поменять приложение местами, а доведя в самый верх или в самый низ, мы можем открыть одно только приложение в полноэкранном режиме. Больше видео о данном девайсе ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания!